Народ, всем привет! Добро пожаловать в Вилсапро, и я в Дубае. Конечно, уже забежал в Дубай Молл в Баленсиагу. Сейчас покажу, что купил, вы оцените и кайфанете. Ну и, конечно, по старой доброй традиции покажу вам здесь еще интересно. На улице 40 градусов жары, очень влажно, конкретно в этом месте. Паша Дуров тут тоже не обитает. Я думал, он, может быть, там плавает где-то. Нет, пока не обнаружил. Ну и, конечно, поговорим о всем интересном, что происходило в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Как минимум, обсудим инициативу очередную наших законодателей, а именно запретить продажу устройств, которые не имеют возможности предустановить Рустор. Это, конечно же, iPhone, понятное дело. Поэтому заварить что-нибудь вкусненького поесть, попить, а лучше, наверное, что-нибудь холодненького со льдом. Сейчас идем в Apple Store обязательно, ну и покажу вам всякого. Так что поехали, как обычно, в лучшем виде. Вы же не думали, что я забуду свою соведущую? Мы здесь на терраске расположились, солнце шпарится, ракет, бассейн чисто номинальный, но там дети плескаются, им в кайф. Так что, Алиса, как заказывала? Когда я в прошлом выпуске просила возить меня почаще, такого я не ожидала. Да я тоже. Очень нравится путешествовать, но когда мы уже будем снова сидеть на кухне? Давай еще одна поездка и все. Вот и договорились. Давай скорее переходить к темам выпуска. Вот я сейчас смотрю на Дубай, и вы вместе со мной. И вы скажете: Валя, а что у тебя отель какой-то странный, а где вот это все море, красота? На самом деле, настоящий Дубай, он ровно так и выглядит. Бесконечная стройка, какая-то суета и так далее, и так далее. Вот это, что называется Дубай. Ну, а Алиса на очередной раз напоминает нам, что мы можем с вами знать многое из того, что она умеет, но не все. Поэтому переходите по ссылке в описании, зацените, какие новые функции появляются у Алисы постоянно. Многие просто даже не знают гаджеты, которыми пользуются, да, свои телефоны, свои там другие устройства. Возьмите за привычку вообще периодически проверять, а что нового вышло, потому что апдейты, прошивки, новые сервисы, новые функции, все это улучшает ваши гаджеты абсолютно бесплатно. Заходишь, что-то скачал, какую-то прошивочку, твоя камера научилась снимать в новых форматах с новыми пресетами, фильтрами. Скачал тут, повысили стабильность. Это же хорошо? Хорошо. Так что не забывайте. Во-первых, нас не пустили в Apple Store. Подбежал специально обученный человек со словами: здесь снимать нельзя. Мы такие: во всех Apple Store во всем мире снимали, а тут нельзя. Но, как говорится, надо уважать культуру страны, где мы оказались. Почему-то здесь Apple Store не запрещено. Однако снаружи говорит: пожалуйста, снимайте. И вот мы выбрали самое нарядное место для этого. Но, если вы вдруг не знали, Apple Store, они, как правило, двухэтажные. На первом этаже это, собственно, сами устройства. Там iPhone, MacBook, iPad и так далее. И этажом выше или ниже находятся аксессуары и всякое приятное. Поэтому мы убежали от того чувака, который нас не пустил. И войдем сейчас в аксессуары. Может быть, тут можно снимать. Че, кто его знает? В общем, там нам тоже не разрешили снимать, и это особенность именно вот дубайского магазина. Ну, окей, хотя странно, конечно. Я понимаю, когда запрещают съемку на большие камеры, они смущают людей. Но в данном случае, чтобы вы понимали, мы снимаем видео вот здесь в магазине и вообще эту часть в Дубае на DJI Pocket камеру. И вы знаете, она неплохо справляется. Да, не iPhone, конечно, но ты можешь подключить внешний звук без страданий, и будет все хорошо. Я попытался подснять на iPhone, все равно подбежали страшные люди со словами «нельзя-нельзя». Значит, смотрите, что хочу сказать про Apple Store. Жалко, что его нет на фоне, но вот вам летающие мужчины, которые как бы олицетворяют политику Apple прямо сейчас. Так вот, оно было неплохо. Так вот, очень все грустненько, ни хрена ничего нет. Когда-то в Apple Store можно было купить сторонние наушники, колонки, какие-то еще приятные вещи. Сейчас все это, к сожалению, скисло, и больше вы не можете пойти в Apple Store за чем-то интересненьким, потому что там просто реально ни хрена нет. Ну и второй момент – это то, что там есть классные опции, например, такие как селф-оплата всевозможных проводочков. То есть вы подходите к стеллажу, берете там какие-нибудь USB-C переходнички и сами с телефончика оплачиваете. Хотел вам тоже это показать, но ладно. Так вот, вернемся к нашим, так сказать, баранам. Смотрите,
В Госдуму поступил законопроект, который предполагает, значит, запрет на продажу устройств без свободного доступа к Рустору. А Рустор – это альтернативный магазин, который доступен сейчас на устройствах Huawei, например, на Android, конечно же, и так далее. Где его нет? Правильно, на iPhone. И, к сожалению, на iPhone, видимо, его в ближайшем будущем не будет. Но, собственно, авторы законопроекта говорят, что, возможно, это стимулирует дополнительно Apple как-то пойти навстречу. Дескать, с 22 года они Европу же вот так вот уважили, и закон о цифровых рынках позволил им взять и сделать хорошо. И теперь ты можешь скачать аж целый Alt Store, в котором доступно целых два приложения, и заплатить, вы не поверите, 1,5 евро в год плюс налоги для того, чтобы пользоваться Alt Store. Спасибо, вот этого мы, конечно, ждали. Но если быть как бы реалистом, я думаю, что Apple, конечно, не пойдет на это, потому что возможны вторичные санкции и так далее, и так далее. Но попробовать почему нет? Поэтому это тот случай, когда я поддерживаю инициативу наших законодателей, и пускай такой закон выйдет, и Apple обяжут, а уж посмотрим, что они ответят. Вдруг они скажут, да ладно, что, у нас уже технически все готово, нам просто галочку поставить, и Россия теперь вместе с Европой идет в общую, так сказать, канитель. Почему нет? Но, второй момент, я не понимаю, как они предполагают запретить продажи устройств, которые не поддерживают Рустор. Официально iPhone в России вообще не продается, поэтому запрещать там, собственно, нечего. Вы хотите запретить параллельный импорт? Ну, maybe. Даже если вы так ограничите, все это все равно будет поступать на Авито, на какие-то другие площадки, продаваться как бы ушко, вскрытой упаковкой, от физлица к физлицу, как, собственно, сейчас происходит с автомобилями. То есть спрос есть, вы не сможете его остановить. Да, конечно, он может чуть-чуть упасть на фоне всех сложностей, но люди как покупали айфоны, так и покупают. Даже несмотря на то, что их сегодня починить ни хрена нельзя, я уж не говорю про отсутствие там Apple Pay и прочего. Вы натурально не можете починить свежеприобретенный в Дубае или еще где-то iPhone 15 и так далее. Люди все равно берут, все равно страдают, все равно едут, все равно что-то мутят. Так что странная инициатива с точки зрения вот этого запрета, но в целом я ее поддерживаю. Потому что если Рустор будет доступен на айфонах, на iOS-устройствах, то вы сможете ставить себе приложение банков, не очередной хрен пойми чего, который мимикрирует под эту историю, не там какое-то фейковое приложение, которое зачем-то пихнули в App Store, и там все произошло, а нормально все из Рустора качать с обновлениями, со всеми радостями. Поэтому надеюсь, что что-то позитивное из этого получится. Покажи еще раз, Леш, вот этих летящих мужчин, плавающих, красивых. Как же они мне нравятся. Когда-нибудь и я таким буду. А вот, кстати, Puma – официальная коллаба с PlayStation. Но мы помним, что Sony – контора пи***цев. А теперь вы можете вот так вот в топчилах ловко подкидываться в турецкий PSN. Или в польский, куда вы там ходите. Слушайте, ну вообще тема прикольная, потому что, ну, why not? Смотри, как козырно сделано, а? Вот, тут сразу, видишь, тут написано, смотри, подожди. Лох в квадрате. Это пользователь PlayStation на Руси. Вот, можешь купить и ходить в счастье. Слушайте, ну, коллекция масштабная. Кроме тапок есть еще майки, шорты, кофты, всевозможные другие радости. Как я люблю вот это потреблятство бесконечное. Как я кайфую от того, что маркетологи каждый день ходят на работу, чтобы развести вас еще на 3 шекеля лишних. Вот такой логотип квадратиков, треугольничков тофигачили. Коллаба PlayStation. Причем, обратите внимание, она реально, то есть, Puma PlayStation. PlayStation.com. Тра-та-та-та-та. Все очень серьезно. Молодцы. Тут появилась аналитика, что игры, которые Apple издавала, наверное, так будет правильно сказать, либо портировала, либо давала зеленый свет, в принципе, японцам для того, чтобы они публиковались на iOS, iPadOS и вот это все. Я говорю, конечно же, про Death Stranding, Resident Evil, вот эти вот все интересные движения. Они провалились, потому что люди не хотят покупать странные порты, в которые непонятно, как играть, которые не очень классно идут на айфонах и доступны только там на паре моделей iPhone.
айфонов и нескольких айпэдов, потому что люди, у которых есть ресурсы для того, чтобы купить очень дорогой айфон, очевидно, найдут еще лишние $500, чтобы купить себе PlayStation 5 и нормально с чувством поиграть в тот же Assassin's Creed или еще что-то. И как будто у Apple вообще вот этот очередной заход на игры не случился, потому что люди, которые занимаются там этим направлением, абсолютно не понимают, как это вообще поженить непосредственно с мобильными устройствами. Они запускали аркейд очень странный, и я говорил Тим Кук: алло, что вы делаете, почему так коряво? Нужно свои игры мутить. Я об этом говорю уже 5 лет, и меня как будто Тим Кук не слышит. Я не знаю, как еще донести до него эту мысль, если не через Wilson Pro, который он любит смотреть за завтраком, когда бегает вокруг Apple Park. Так вот, я хочу вам сказать, что у них есть классный кейс развития ТВ+. Они начали очень стыдно, потому что изначально это были сериалы, их было немного, они были странные, часть вообще не запустились. Помните эти великие движения со Спилбергом, с Опрой Уинфри, все-таки не смогли ничего сделать. А потом они такие: окей, мы покупаем фильмы, мы покупаем продакшены, мы делаем крутые ленты, которые собирают награды. И сегодня Тим Кук сидит на каких-нибудь там Грэмми, еще что-то с довольным лицом и кайфует от того, как все получилось. И вот я не понимаю, почему они до сих пор игнорируют тот факт, что можно реально вложить, ну, несколько сотен миллионов долларов в студии, как это делает тот же Microsoft, и переосмыслить вообще мобильный гейминг, придумать что-то новое. Вот где, собственно, зерно. Если они хотят сегодня получать новый профит, если они хотят с этого зарабатывать, то, пожалуйста. Никто не верил, когда Microsoft много лет назад приходил и запускал первый Xbox, а они взяли и сделали. И оказалось, что там есть деньги. И сегодня мы имеем то, что имеем. И у Apple, по сути, на руках с их мощными процессорами M все ресурсы для того, чтобы создать портативный крутой гейминг, да, потому что в этом сегменте сейчас никого нет, кроме Nintendo, но она немножко со своим свечом в стороне. И Sony поиграла в PS5, PS Vita ничего не получилось, и Microsoft вроде как с Xbox портативным сейчас пока не запустился. И на выходе получается, что вот шаг остается, вот буквально шаг до величия, они каждый раз что-то пропускают. Не знаю, я, честно говоря, уже устал ждать, когда я смогу с чувством поиграть на айфоне не в очередной кривой порт Death Stranding, который идет в 30 FPS и греется как скотина, а во что-то действительно классное, самобытное и прикольное. Как в свое время было с Infinite Blade, который очень круто пушил продажи того же iPhone 4S, потому что люди хотели посмотреть, что это за графика такая безумная. И вот эти все рассказы про великие ядра, про Metal 3, про Ray Tracing на мобилках, он весь разбивается, а тот факт, что просто не во что играть и негде в это посмотреть. Это очень печально. Вот, я сижу просто в Дубай-Марине на яхте и очень сильно печалюсь, Тим. Просто буквально не могу насладиться. Вот вы думаете, я кайфую? Нет, жарко даже ночью. Я не знаю, как люди тут живут вообще. Поэтому я больше в Москве я на жару не буду жаловаться никогда. Вот так я решил, потому что теперь я познал, что такое по-настоящему жарко. Это когда вот даже дышать не хочется, потому что ну его нахрен. Собственно, что я подрезал-то в Баленсиаге, мои любимые? Я вообще в очередной раз убеждаюсь, что это какой-то социальный эксперимент. Ребята делают какую-то дичь задорого, и все рады. Смотрите, лучшая вещь, которую можно было приобрести. Вы даже не представляете, насколько это круто. Да, это похезанный MagSafe Wallet, как он там называется, для вашего телефончика. На самом деле, оригинальные, которые Finewoven, полная шляпа. Всевозможный Китай, в этом нету никакого флекса. А здесь сразу чувствуется, что ты человек на стиле. Стоит эта радость всего ничего, около 1000 дирхам, по-моему, но дарят тебе чувство стиля. Ну ладно, я иронизирую, конечно, но кроме шуток, классная кожа и прикольно сделано на типа 2-3 карточки, можно сюда подкинуться. Вот это то, что я, собственно, и хотел. Значит, я в своих воллетах таскаю 3 карты, 2 из которых банковские, и 1 это права. Вот, собственно, здесь я планирую делать ровно то же самое. Единственное, я так понимаю, что, конечно же, нету никакого тебе Find My бла-бла-бла, никакой локатор это все не поддерживает. Ну, потому что пошел ты нахрен, вот так тебе говорят ребята из Баленсиаги. Ты еще дирхам заплатил, ну и все, иди лесом. Я купил таких 3. Разных цветов, чтобы было кайфово. Вот. На самом деле, кроме шуток, всевозможные вот эти вот дизайнерские приколюхи для мобил — это рабочая история, потому что они делают чехлы достаточно странно, а вот это странно. Я не видел, что другие что-то подобное делают. И у меня вот, собственно, сразу встал вопрос: а как мы раньше жили-то? Теперь хорошо.
Хотел с вами обсудить то, что Apple Watch Series 10 юбилейные будут не сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас. Это 2-дюймовый экран и, в принципе, корпус чуть больше, чем у оригинальных часов, но меньше, чем у Ultra. Но понял, что это интересует примерно никого. Выйдут, посмотрим. Потом подумал, а вот Samsung 10 июля покажет новые Z Flip, Z Fold. И, с одной стороны, вроде есть о чем поговорить, а с другой стороны, давайте уже дождемся тоже 10 июля, когда оно все выйдет. А вот что действительно вышло, так это новая BMW M5. И вы скажете, о, про машины неинтересно. Интересно, потому что кузов G90, следующий за F90, как вы знаете, у меня есть такая машина, и народ, конечно, разочаровался, потому что я состою в разных M-чатах, и там ситуация тяжелейшая, потому что новая BMW M5 весит 2,5 тонны, она почти на 600 там, с лишним килограммов больше, чем текущая, да, то есть было 1,9 тонны, стало 2,5 плюс-минус. Второй момент, конечно, это гибридная силовая установка. К сожалению, не могут ни немцы, ни кто-либо еще победить современные евроэконормы, поэтому приходится изобретать вот этот велосипед. По сути, они сделали то же, что в BMW XM, это 4.4, все тот же V8 на 585 сил, и еще электрическая мандула на 197 что-то там, и на выходе мы получаем что-то в районе 720 с копейками сил. Но это в случае, если электрическая батарея заряжена и мотор крутится. В целом, это такой плагин гибрид, поэтому она все время плюс-минус заряжена, но проблема в том, что 700 сил и 1000 момента звучит хорошо, но когда это все прилетает в 2,5 тонны, мы имеем разгон до сотни, классический 0-100, 3,5 секунды. Это впервые, по-моему, за все время, когда машина следующего поколения медленнее, чем предыдущая. Классическая BMW M5, не Competition, едет что-то в районе 3,3-3,4. При том, что уже потестили, в интернетах много, значит, разнотолков, что по паспорту 3,5, как обычно баварцы наврали, будет ехать быстрее. Вот, собственно, видос препродакшн машины. Вы видите, что она вся из такая, это еще в камуфляжах и так далее. Так вот, 3,52. Я прям по секундомеру померил. От первого импульса до сотки 3,52. Это, конечно, огорчает. И это даже не самая большая проблема. Тот факт, что она едет не так быстро, как хотелось бы, это не то же самое, что она просто дофига весит. А значит, ее сложно остановить, с ней сложно взаимодействовать в смысле маневров. В общем, машина как будто стала, знаете, как будто и ботокса укололи. Она еще выглядит, как будто ее раздуло немножко, как меня вот сейчас. И она, конечно, выглядит странно. Хочется, конечно, ее потестить, посмотреть. И если вы думаете, что, ой, да забей, сейчас чипанут, все произойдет, то гибриды не чипуют. Ни BMW XM, ни какую-либо еще BMW гибридную никто чиповать пока не научился. И я думаю, что в ближайшем будущем не смогут. Второй вопрос. Если привозить ее сюда, то современный ценник на нее 170 тысяч евро. С текущими всеми перетурбациями, я думаю, что 35 миллионов на старте, потом, может быть, в районе 30-ки. 30 миллионов за седан. Это очень странно, это очень много, это нет никакого в этом смысла. Можно купить BMW M5 F90, еще себе, не знаю, турбак какой-нибудь Porsche 992 дорестовый и ездить в счастье. В общем, странный прикол. Вообще, куда движется современный автопром, меня очень сильно смущает. Надеюсь, что мы как-то вырулим из ситуации, когда вот такие вот эко-нормы и прочее будут душить весь кайф. Потому что, ну, это же машина, на которой надо валить боком и прочее-прочее. А у нее подруливающая задняя ось, непонятно, как в этом случае дрифтить. У нее нету ручки КПП, ни за что схватиться, как дрифтить, тоже непонятно. Хорошо оставили хотя бы отключаемый полный привод и исключительно заднюю ось. Ну, в общем, если вы счастливый обладатель BMW M5 F90, есть ощущение, что эти машины станут только дороже, потому что то, что сделала BMW сейчас, ну, это странно. Карбоновая крыша теперь опция, доводчиков, говорят, вообще нет, бесключевой доступ только на передних ручках. В общем, произошло удешевление, спинки больше не ломаются, и ты смотришь, думаешь, да, конечно, выглядит свежее, да, понятно, хочется чего-то нового. Но это тот случай, когда новое хуже старого, в смысле того, что они вот пошли куда-то не туда. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Но как будто сейчас покупать новую M5 нет смысла, да? Если у вас была такая идея, то я вам не рекомендую. Вот, на этой ноте, когда вы подумали, что я совсем с ума сошел, я хочу с вами попрощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Совсем скоро увидимся. А я, пожалуй, здесь в тени и заночую. Потому что выходить на солнце никакого вообще нету уже смысла. 40 с хреном градусов, это просто пипец.